Буквально на днях ей исполнится 52, и наша героиня прокомментировала разговоры о проблемах в своей семье. Ведь ни для кого не секрет, что два предыдущих замужества и многочисленные романы телеведущей были неудачными. Неужели и третий брак трещит по швам? Что это? Измена, бытовые трудности или проблемы, связанные с возрастными изменениями?